ведет нас к храму? Посмотрим. Ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Yeah.
прав? Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Нет! Тут не перейти. Жаль, что ведьмина тюрьма уже не поможет.
Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Yeah.
слабое место. Thank you.
Стоп! Место. Почти готов. Готов.
готов! Со временем научишься. Ага, началось. Прикрывай спину.
наверху что-то есть. Сперва заморозить? И то. Получилось! Мост снова на месте. Надо вернуться наверх. Отлично! У них тут не только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Снова колокола. Видно, рядом Нарнирский сундук. Это снова гном. Синдри? Эй, Синдри! Сюда! Эй, Синдри! Взгляни-ка вот на это! Ладно, мне все равно заняться больше нечем. О, вы убили древнего? Да.
Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение? Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Или 21. А почему маме? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Твоя мама была особенная. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу, потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила: «Мазурин сэм Генгур, эйген вегум ханс». Генгур айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо, сэм. Нет, трогай меня. Что? Я не трогал, ты что? Я потом зайду. Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте смыл этот символ Шей. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Защита, конечно, вполне надежная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится кабаньей мочой. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Ну, получше. Ну, шея твоя. Синдри, ты всегда был такой... Чистюля? Ха, если бы. Нет, я был таким же неряхой, как любой гном. Как однажды мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас полно крошечных созданий. Ах, таких маленьких, что их и не увидишь. Да ну! Это правда. И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но колдунья сказала, что есть одно дерево, дуб. Оно является естественной защитой, не дает мелким созданиям размножаться. И теперь все рукоятки я делаю из дуба. Я все предусмотрел. Ну, за работу. А почему Брок синий, а ты нет? Сын. О, это весьма хороший вопрос. Видишь ли, мой брат не такой осторожный, как я. Он предпочитает работать с металлами с голым... С голыми руками. Без перчаток. Говорит, иначе у него ощущения не те. Контакт с активным серебром необратимо меняет цвет кожи. То есть навсегда. Но не стоит с ним это обсуждать. Он иногда такой ранимый. Неудивительно. Синдри, может, помиришься, наконец, с братом? Я? Помирюсь? Но он же упрямый болван и не думает меняться. Он говорит про меня ужасные вещи и стыдится собственных творений, которые, кстати, и правда так себе. Он винит меня в том, в чем я не виноват. А? Например? Прошу прощения. Мне нужно успокоиться. Давайте начнем.
тебе. И вернемся к тебе. Как скажешь. От меня можно не убегать. Мы внутри. Чем они растут? Почти! Yeah!
Камино! Да, не получай! Место! Жду команды! Красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Ого! Вот это впечатляет! Прочесть можешь? От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли.